Супердвижение. Серьезная серия. Серьезный переворот стола. Автор анимации MMC Animation. Сайтама против Гару. Часть вторая. Чё, домой охота? А? Какой странный! Он инопланетянин! Так это он источник шума! А? Идут сюда. Эй, откуда взялся? Тебе лучше свалить отсюда! Пока мы не заставили тебя! Да что ты несешь? Ладно, мне пора. Игнорируешь меня? Лови мой трёп! Чего? Что за твердая оболочка? Чего ты болтаешь? Прикончи его! Он молчит, сдался уже! Так вы встречаете гостей на Марсе? Чего? То, что он убил Труба? Непростительно! Сдохни! Зачем сразу нападаете? А? Как ты посмел убить наших солдат? Все уже. Вот и настал твой конец. После моего яда от тебя ничего не останется. Марсианские повелители. Еще двое пришли. А? Чего стоишь? Испугался? Скучно убивать тебя так. Удивлен, что ты смог выжить. Как ты можешь быть таким спокойным? Достаточно, Гару. Давай уже покончим с этим. Не будь таким самоуверенным. Твои силы должны быть уже на пределе. Такое. Марсианский король. Уровень угрозы неизвестен. Мне просто было любопытно, кто же стоит за всем этим. Не ожидал увидеть землян. Какое знакомое лицо. Еще один чудак. А? Я могу понять тебя? Конечно, можешь. Ведь я тоже земли. Как и ты. Давным-давно мир был охвачен войной, чтобы создать самое мощное военное оружие. Я был рожден в ходе экспериментов. При высокой температуре, замораживании, поражении электрическим током, вакууме, радиации. Я проходил множество экспериментов. Но постепенно мой рост становился все больше, и я вышел из-под контроля. Так как они боялись даже пытаться убить меня, в итоге я был изгнан во Вселенную.
Благодаря своей сильной приспособляемости и жизнестойкости я все же смог выжить. К счастью, на этой планете все еще есть жизнь. Так что я решил остаться здесь на какое-то время. После этого я преобразил здешнюю атмосферу и сделал ее ближе к земной. За долгие годы я обучал бесчисленное множество солдат, и как только придет время, я атакую землю. Я не просил представиться. Я даже представить себе не мог, что спустя столько времени я встречу здесь людей с моей родной планеты. Не убежишь! Вы всего лишь два насекомых, бесстрашно борющихся друг с другом! Этого здоровяка придется отложить на потом. Сперва избавлюсь от этого лысого парня. А, достал уже. Какого черта? Похоже, мы недооценили их силу. Они намного сильнее, чем мы ожидали. Вот зараза. А? Да сдохните вы уже! Что ж, вы двое хороши. В таком случае, так и быть, покажу вам свою истинную силу. Эта атака может уничтожить целую планету. Прощайтесь со своими жизнями! Ван Панчман. Возможно, я переборщил. После этой моей атаки на вас даже следов не останется. Жаль, что я не смог поглотить их. В любом случае, я победил. Вот черт! Как они смогли выжить? Почему он убегает? Не могу попасть по нему. Как будто он просто дурачится. Ублюдок. Он что, не дерется всерьез? Сверху! Эй, босс! Вот и мы! Где нарушители? Посмотри, как я забиваю их насмерть! Какого черта? Что происходит? Долго будешь убегать? Или ты все же испугался меня? Элитные солдаты, над которыми я так усердно трудился, уничтожены! Не прощу! Ох, все еще жив? Мне не увернуться. Атака! Убийцы богов! Ха. Такой простой техники не сравнится с высшими боевыми искусствами. Погодите. Куда делся этот лысик?
Какой же я идиот. Было близко. Если я хочу достать этого парня, нужно приложить больше усилия. Еще больше. Не обязательно ведь разрушать все вокруг. Узри мою силу! Так быстро учится. Уничтожу! Исчезни вместе с планетой! Достаточно уже. Да что не так с этим парнем? Поиграли немножко и хватит. Поиграли? Ах ты, мудак! Нелепо. Действительно нелепо. Какая мощь. Даже если я дойду до такого состояния, я бы этого не выдержал. Кажется, что он воплощает в себе все экстраординарные совокупности в мире. Снаружи это выглядит как сущёная рыба. Неужели я проиграю? Эй, уснул что ли? Быстро изменился этот день. Черт, что-то грядет. Продолжение следует. Отдельная благодарность автору данной анимации MMC Animation. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Переходите, смотрите и ставьте лайк. Анимация вышла очень даже хорошей, и мне она действительно понравилась. Да, такого масштаба, как в первой части, нет, но все-таки она не хуже. Да, я тоже надеялся увидеть космического Гарроу, как и вы, наверное. Но думаю, мы этого увидим лишь в следующей части, или вовсе не увидим. Посмотрим. Напишите и вы свое мнение в комментариях, будет интересно читать. Друзья, меня не было очень долгое время. У меня, к сожалению, были кое-какие проблемы в жизни, из-за которых я не мог уделить нужное время своему YouTube-каналу. Но дальше я постараюсь не допустить такого, хотя жизнь непредсказуемая штука. Если вы хотите поддержать меня, в описании есть ссылка на Boosty. Спасибо всем, кто верил в меня и кто поддерживал. С вами был Аниманго. Всем пока и до скорой встречи.